Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, а перед нами STK Live 9. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить экран блокировки, то бишь как поставить сюда пароль. Для этого мы зайдем в настройки нашего телефона, и здесь нужно выбрать пункт, который называется «Защита и местоположение», после чего мы видим блокировка экрана. Нажимаем сюда. У меня уже установлен пин-код. Давайте я его отключу, конечно же, потому что я случайно не то сделал. Вот мой пароль. Я выбираю «Провести по экрану». По умолчанию у вас установлено именно так. Нажимаем на этот пункт, и нам предлагают создать какой-то графический ключ, пин-код или пароль. Давайте я выберу графический ключ. Это рисунок. Нас предупреждают, что если мы забудем пароль... Ага, нет, здесь не то не написано. Здесь написано про безопасность, но в случае, если вы забудете пароль, вы потеряете доступ к вашему телефону. Очень важно запомнить ваш пароль. Нажимаем «Да». И вводим дважды графический ключ или пин-код, пароль, там, в зависимости от того, что вы выбрали. Нажимаем «Подтвердить». Здесь лучше всего выбрать «Скрыть конфиденциальные данные». И нажимаем «Готово». Вот и все. Теперь смотрите. Я пытаюсь разблокировать мой телефон, и перед входом мне нужно вписать графический ключ. Таким образом, никто из посторонних, кто не знает пароля, конечно же, не сможет разблокировать ваш телефон. Очень удобно. Больше видео о данном устройстве ищите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, смело подписывайтесь и пишите их в комментариях. Ставьте лайки. Пока!